разрушает мировой порядок. Министр обороны США призвал остановить Россию. Министр обороны США Ллойд Остин призвал международное сообщество объединить усилия в ответ на агрессию России против Украины и попытки Кремля подорвать мировой порядок. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на Укринформ. Вторжение России в Украину ⁇ это пример того, что происходит, когда угнетатели презирают правила, защищающие нас всех. Так происходит, когда большие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав мирных соседей, заявил Остин. Министр также отметил, что РФ уничтожает мировой порядок, основанный на правилах, и если не вмешаться, это приведет к образованию мира, наполненного хаосом. Напомним, по словам главы Пентагона, КИТ. Дания вызвалась передать Украине противокорабельные ракеты Гарпун и пусковые установки к ним. Кроме того, Пентагон анонсировал проведение третьей встречи в формате Рамштайн. На этот раз она должна состояться в Брюсселе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.